Техника «два раза подумать и один раз сказать». Женщины сначала говорят, а потом думают, а зачем мне это сказала, а к чему это привело. Ты пытаешься ему, например, доказать, что он, скотина, не прав. А что ты хочешь, как идеальный результат? Она мне наконец-то доказала, что я не прав. Как у меня возникло желание проводить больше счастливого, классного времени вместе с этой женщиной? То есть так в твоем понимании? Споры с мужчиной, критика по отношению к мужчине, раздавание советов, обвинения. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прямо сейчас мы разберем очень важную тему, очень важную технику, которой пользуются успешные бизнесмены, успешные дипломаты, успешные переговорщики, успешные управленцы и классные женщины. Два раза подумать, один раз сказать. Кстати, если ты хочешь более подробно разобраться в мужской психологии, психологии взаимоотношений, если ты хочешь сделать ступеньку вверх, шаг вперед и стать большим профессионалом, в первую очередь для себя, в построении классной жизни, тогда прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Просто задумайся, просто представь 5 последних коммуникаций с мужчиной или с мужчинами в твоей жизни. Посмотри, как делаешь это ты. Вспомни, как это делаешь ты. Посмотри, что делают твои подружки. Посмотри, что делают девушки в каком-то твоем ближайшем окружении. И что ты можешь заметить? Женщины сначала говорят, а потом думают, а зачем мне это сказала, а к чему это привело? И вот знаешь, вот просто задуматься, например, банальные примеры. Девушка критикует мужчину. Вот представь, вот вспомни, когда ты последний раз критиковала мужчину. Вот вспомни этот накал эмоций, вспомни эту обиду и претензии, которые выходили из тебя изнутри в виде слов. Вспомни. Постарайся сейчас в сознании поставить эту ситуацию на паузу. И представь, перед тобой замер мужчина, ты замерла, и появляюсь я. И я к тебе подхожу, и я тебя как бы прикасаюсь, и ты оживаешь, но твой мужчина замер. И я тебе говорю, дорогая, вот смотри, что ты сейчас делаешь? Ты сейчас кричишь, ты сейчас обижена, ты сейчас борешься за что-то. А что ты хочешь? Какой результат ты хочешь? Вот ты сейчас его пытаешься в чем-то обвинить. Ты пытаешься ему, например, доказать, что он, скотина, не прав. А что ты хочешь, как идеальный результат? Правильно ли я понимаю, что когда ты пытаешься мужчине доказать то, что он не прав, наверное, в твоем понимании это так, что сейчас он поймет, что он не прав, он такой, а, точно, она мне наконец-то доказала, что я не прав, да, я понял это. Так, из этого состояния неправоты, из этого чувства вины я такой подумаю, о, точно, это ж... У меня, ой, как я чувствую, как у меня возникло желание делать эту женщину счастливой. Как у меня возникло желание проводить больше счастливого, классного времени вместе с этой женщиной. То есть так в твоем понимании? Если ты включишь здравый ум, ты поймешь, что ну, это неадекватно же, правда же? Это не будет, это точно туда, к этому не ведет. И та девушка, которая так себя ведет, она точно не применяет эту технику. Два раза подумать и один раз сказать. И ты скажешь, Ярослав, легко тебе говорить, ты мужчина, мужчина лох. Логики, да, я читал и слышал, что женщины более эмоциональны, они не могут сдерживать эмоции, если я обижена, так что мне терпеть? Нет, я тебя не призываю делать то, что тебе не нравится, я тебя призываю к большей осознанности. Просто задай себе вопрос, я вот сейчас пишу ему смс-ку, я ему сейчас звоню, или я сейчас с ним хочу поговорить, а чего я хочу как результат? Вот я сейчас ему хочу сказать, что он там плохой, или что он что-то делает не так, или же я сейчас молчу и обижаюсь на него. Какой результат я хочу получить? Понимаешь? Сначала будет очень сложно. Сначала это будет на грани невозможно. Как это два раза подумать и один раз сказать? Удобнее техника 10 раз сказать, а потом уже полраза подумать. Вначале будет сложно. Вначале тебе будет казаться, что легче, я не знаю, что легче, легче пахать на трех работах, чем техника два раза подумать и один раз сказать. Сначала тебе так будет казаться, но потом, чем больше ты будешь тренироваться, ты начнешь с базовой точки 10 раз сказать, один раз подумать, потом будет 5 раз сказать, один раз подумать. То есть ты будешь сокращать, а потом оно уже придет в идеальный вид. Плюс, когда ты будешь видеть положительные результаты этого, то тебя это будет вдохновлять еще больше осваивать эту продвинутую технику. Иногда ты будешь, знаешь, даже применять какую-то технику. 5 раз подумать, один раз сказать. 6 раз подумать и промолчать. Представляешь? И не потому, что я тебе затыкаю рот, или он тебе заткнул рот, или унизил. А потому что ты будешь понимать, что в этой ситуации так разумней. В этой ситуации выиграю я, выиграет он, выиграют наши дети. И все выиграют, и нам будет хорошо. Почему бы не промолчать? Почему бы не 3 раза подумать и 1 раз сказать? И знаешь, давай приведу просто пример. Мужчина тебя унижает.
ну вот, ведет неуважительно по отношению к тебе. И, например, это происходит у вас дома, где вы живете. И задаешь себе вопрос. Так, он на меня сейчас кричит. Что я чувствую? Да, мне плохо, обидно. Чего я хочу? Первое, я не хочу, чтобы он кричал. Да. Второй момент, я хочу, чтобы он меня уважал. Третий, я не хочу, чтобы это повторялось. Четвертый, я хочу быть счастливой в принципе. Следующий момент, ты задаешь себе вопрос. Что мне прямо сейчас лучше сделать? Например, пускай я буду молчать, пусть оно выговорится. Пусть оно выкричится. А ты просто, ну, просто молчи. Ты примешь такое решение, тем быстрее оно заткнется. Оно, ну, я надеюсь, ты его любишь, да? Если не любишь, если он плохой, то мы назовем оно. Если он классный, все хорошо, то твой принц, так сказать. Потом ты, что ты сделаешь дальше? Ты поймешь, что ему лучше, например, успокоиться. И когда он уже спокоен, тогда в этой ситуации попытаться с ним поговорить. И когда ты будешь думать, а как с ним говорить, ты будешь тоже анализировать, да, как лучше с ним разговаривать. Например, ты поймешь, что лучше говорить мягко, спокойно, без претензий, озвучивая конкретно свои просьбы, свое видение, задавая ему также вопросы, а где я косячу, что я такого делаю, что тебе хочется на меня так кричать, проявлять агрессию, может быть, я где-то косячу посоветую. Да, может быть, прямо сейчас у тебя нет знаний, как лучше говорить с мужчиной, как же правильно выстроить с ним диалог, я понимаю. Но пойми, даже если ты просто начнешь два раза думать и один раз говорить, в твоей жизни начнут происходить чудеса. Детям можно не думать, маленьким детям, им не обязательно применять эту технику. Но если ты взрослый, и ты стремишься к успеху, благополучию, любви, чтобы в твоей жизни больше было денег, ты увидишь, что эта техника очень круто применяется не только с мужчиной, но и с начальником, но и с подчиненными, но и с важными знакомыми, с важными там какими-то людьми в твоей жизни. И ты увидишь, как ты от этого станешь счастливее. Какие еще есть примеры, вот, когда девушка не думает, пять раз говорит и потом один раз думает? Более того, задают даже такой вопрос. Ярослав, он никак не хочет признать мне, что он мне изменял. Я говорю, подожди, у тебя есть факты? Нет, фактов нет, у меня есть интуиция. Хорошо, понял. Или, допустим, даже если есть факты, ты стараешься, чтобы он признал, что он скотина изменял. Хорошо. Какой результат ты ожидаешь? Окей, допустим, он признал свою вину, что он тебя изменил. Дальше, что ты хочешь? Чтобы он согласился? Дальше, чтобы что было в ваших отношениях? Чтобы что было в вашей жизни? Чтобы как он вел и проявлялся по отношению к тебе? Чего ты хочешь? Это первый вопрос. И второй вопрос. А точно ли, например, если ты хочешь быть счастливой и так далее, и так далее, и так далее, а точно ли то, что ты делаешь сейчас, оно туда ведет? Та же самая, споры с мужчиной, критика по отношению к мужчине, раздавание советов, обвинение. Это точно туда ведет или не ведет? Это называется осознанность. Когда я вот думаю, вот я там хожу на какую-то работу, на нелюбимую, да, я задаю вопрос, а нахрена я туда хожу? Может быть, потому что мне внушили туда ходить на нелюбимую работу, я должен терпеть, да? Или, а зачем я сейчас получаю третье высшее образование? А зачем? Я это делаю, потому что я заслуживаю чьё-то признание? Потому что я хочу, чтобы меня мама с папой похвалили? А точно ли мне это нужно? И вот это об этом. Про вопрос «зачем?». Зачем я сейчас борюсь с этим нищебродом? Зачем я терплю то, что я любовница уже на протяжении нескольких лет и пытаюсь его обвинить в том, что он плохой мужчина, и, наверное, тогда он захочет, чтобы я стала его женой? Задавай себе чаще вопрос «зачем?». И тогда будет шелуха, знаешь, вот такое лишнее навязанное будет отсыпаться от тебя, знаешь, как цемент, как старая штукатурка будет от тебя отколупываться, падать, и будет проявляться ты более истинная. И чем больше ты будешь работать над собой, как над женщиной, чем больше ты будешь инвестировать в себя, тем меньше шелухи будет в твоей жизни, и тем больше будет тебя самой. Тем больше будет ясности, тем больше будет твоего истинного пути, ради которого ты пришла в этот мир. Я тебя к этому призываю. Хотя некоторые, наверное, могли бы увидеть в этом видео, что я пытаюсь, чтобы вы заткнулись, чтобы вы были тряпками, чтобы вы терпели, молились на мужчину какого-то плохого. Нет, я не об этом. Надеюсь, что вам понятна суть. Если ты хочешь еще больше разобраться в крутых техниках, в отношениях с мужчиной, в отношениях с самой собой, если ты хочешь прокачаться в построении счастливых, классных отношений, тогда прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Действуй и до встречи! Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и поделись в комментариях, насколько полезно было для тебя это видео.